Привет всем, привет всем! С вами Лига Мюзик Варс. Пишу с одного дубля. Вообще сейчас, если накосячу, то накосячу. Итак, сегодня у нас открытие подарков. Причина как бы, ну, элементарная. У меня ЧПО Вазель 8, осталось 2 дня. Можно было, конечно, день подождать, но у меня остался 200 векселей. Я все повыкупил. Ну, то есть, соответственно, начнем, наверное, качать кольцо. Соответственно, модуля у меня нет, ничего нету. В общем, меня интересует, вот смотрите, у меня есть 200 звезд, ну, то есть, которые действительно могут хорошо выпадать с этих ящиков. То есть, все остальное как бы, ну, не столь критично, так скажем. Так, посмотрим, есть ли задание на звезды, чтобы не было, короче, такой этой. Пока ничего не будет. Нет, нет. Я просто недавно выполнял задание, поэтому нету. Ну и ладно. Кольца у меня нету. Поясок у меня 19-й. Злобоглаз у меня 9-й. Буквально один до уровня остается. В общем, начнем. Сейчас будет кольцо выпадать. В большом количестве. Прям я чувствую. Ну, почем с мелких. Давай. Итак, начались фантомные проекторы, лазерный прицел. Сейчас первое кольцо должно быть. Кольцо. Кольцо. Сейчас. Это бесплатный, ребят. То есть, вот. Первое кольцо с бесплаточки. Так, там кирская фигнюшка, кстати, прикольно. Отлично. Окислитель выпал. Ну, хотя бы что-то. 44. Это все бесплатки. Отлично. Расширитель. Первый. Я счастливый обладатель расширителя. Плюс 2. 80. Позитронный ускоритель 4. Катюша 9. Давай. Тут до полного счастья. Большие поехали. Кольцо всевластия 1. 2. Кольцо всевластия давай. Давай 5000 звезд. Давай. Лешу, чтобы загнать. Я. Короче, нет, чё. Итак, поехали дальше с мелких. Окислитель, плюс один. Ну, короче, чипователя, видимо, мне не видать. Скорее всего, все, наверное, откроется, пока чипователь доберется. Все-таки он 9-й. Ну, пропадет обидно. Он потом опять заново выпадать начнет. Блин, такое шило вообще просто. 13. Ну, отлично, расходников. Сколько там звезд уже? О, 1400 звезд. Давай. Нету. Ну, короче, не подсветило. Ладно. Катюша! 9-я, ребят, 9-я Катюша. Окислитель 2-й. Катюша, 10-я. Топ! Ребята, топ! Катюша! 4 залпа. Квант. Чипователь, давай. Скажите, на тебе, доктор Чипователь. Пожалуйста, бери и пользуйся. Да. О, 380 звезд. Ничего, я щедрый прям. Окислитель третий. А, кстати, да. Чуть-чуть тупанул. Сейчас начнется. Ненавижу их, кстати, что они вот выпадают. Надо сделать вот так. 160, 180, 180. Блин, чуть-чуть не хватает. Сейчас еще один откроем. 24. Ангар. Магазин. И еще один купим. Вот так. Вот так. Чтобы было получше. Отлично. Злобоглаз 10. Есть. Виду злили. Расширитель 3. Должен 5. Расширитель 4. Бесплатки первые. Вот десятка пошла бесплаток. Конфет сейчас будет. Короче, не падает. Просто не падает. Дайте чипователь, пожалуйста. Я закончу открытие подарков. Оставлю на оставшиеся. Ну ладно. 3 симптом, нифига себе. Позитронный 5. Это с подарков имею в виду, с позитронной и Катюшей. Позитронный, ребят, 6. 1000 звезд. О-о-о-о-я. Смотрите, ребят, 3600 уже. Ну чё, мелкие? Дайте чипователь, пожалуйста. 9. С мелочи как не падало ничего, кроме звезд, вообще так ничего не падает. Если бы я тогда 9-й вытащил его, ну то есть можно было не волноваться. Ну, дайте мне, дайте, ну вот же уже в подарках должен быть, вот он. Может с ним попробовать пооткрывать, там где поясок. Давайте так и сделаем, наверное. Там же осталось чуть-чуть подарков. Все. Так, больше этих нету. Так, ну вот они первые, да?
Самый первый. Ну, тут чипователь, если выпадет, то это прям чудо чудесное. Хлеба нападает. Сейчас его в конфетницу засуну. Нифига. Нифига. 75. Да ну нафиг. Ох ты, нифига себе. 2800. Можно сказать, что за всю акцию заработал 7000 звезд. Нифига, короче, не падает. Не падает мне чипователь, может даже и не упадет девятый. Скажет, зачем тебе доктор чипователь? Окислитель четвертый. Да, кстати, можно же еще купить. Окислитель. Блин, опять один. Отлично. Ну не падает. Злобогласно один. Позитрон этот, ну да, пятый. Чипователь. Есть! Есть, есть, есть! Есть, все. Отлично, еще 38 осталось, и этих 8 осталось. Чипователь 9 на 30 дней, ребят, я его продлил. Может, я и получу 10, но, скорее всего, не получу. Все, просто идеально. То есть, 10 злобоглаз, начало как бы есть. Дальше я получил... Ну, заходи сюда, заходи. Итак, ребят, позитронный 6 у меня стал. Ну, то есть, вообще, вытащил хорошо. 3-й преобразователь, ну, ладно, не тот. Расширитель у меня 4-й, дает теперь плюс 6%. Вообще, модулей, короче, до 3, очень хорошо. Прям я очень доволен. Поясок, конечно, не выпал, ну, поясок ясно, понятно. В общем, ребят, еще осталось с подарков с расширителем еще 38 и этих 8. Эти я уже все скупил, то есть их уже нету, то есть я уже говорил. Сейчас буду опять фармить и ждите, последняя, ребят, волна осталась. Она, соответственно, начнется с 8 по 15. Вот там и появятся наборы 3 в одном. Если вы хотите донатить, донатить именно туда. Ну ладно, я очень счастлив, спасибо большое разработчикам. Вообще, дроп шикарнейший, я очень доволен. Тем более, модули хорошо попадали. Да, подарков много открыл, 8000 звезд. На эту акцию сейчас я еще закуплюсь средниками полностью по максимуму. И еще на ту оставлю акцию. Посмотрим, что там будет. Но кольцо, конечно, попадало фиговато. В общем, если честно, но оно мне и не критично. Вообще, если честно. Но зато прикольно. Ладно, всем счастливо. С вами был Доктор.